Петербургский художник в Иванове. Выставка Ленинградской школы живописи коллекции «Перемен» путешествует по стране не первый год. И вот, наконец, добралась до нашего города. В Ивановском областном художественном музее открылась экспозиция наиболее показательных работ художников, живших и творивших в северной столице во второй половине XX века. Это люди, которые, приехав со всей страны или будучи ленинградцами, закончили школу, которая при художественную школу при институте и институт Репина. На выставке представлены порядка 60 картин 20 художников. Работы, выполненные в совершенно разных стилях и жанрах, объединяют два фактора – время и место. На полотнах портреты людей, оставивших след в жизни художников, природа с оттенком настроения авторов и, конечно, Петербург. Город, будто созданный для кисти и холста. Работы авторы писали не на продажу, а, что называется, для души. И эта душевность осталась в них. Например, картина Леонида Фокина «Деревенский почтальон», изображенная также на афишах выставки. Здесь художник запечатлел человека. Это образ, архетипичный образ человека того времени. Он внимательно относится к деталям, к одежде, к общему такому вот выражению, скажем так, характерному лица. Обращает внимание на какие-то детали, вот на этот коврик вязаный тоже. Может быть, он относит нас к тому времени, к той эпохе, к 20 веку. На холстах застыло не только время, но и эмоции художников. Морозное утро или весна во дворах-колодцах – все это заставляет зрителя окунуться в мироощущение автора, создававшего свою работу в прекрасное время в самом поэтичном городе России. Наталья Гутарина, Антон Осипов, РТВ Иваново.